Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Александр. Алексей Ловчев и Александр Лысенко. Актеры шоу «Театра силы». Ну, сегодня премьера «Театра силы» в клубе «Герлеон», в клубе «Акси». Такое камерное представление. Как вам сегодня камерное представление? Ну, кто начнет? Алексей, вы? Давайте вы. Поскольку я так понимаю, что для вас это восстановление, вы только-только начинаете свое восстановление, поэтому как вам сегодня выступалось? И интереснее вот так близко к зрителям быть? Или все-таки это тяжелее, наоборот? Ну, сегодня мне понравилась сама атмосфера. Такая, как бы, более уютная обстановка. Упражнения интересные были. Ну, тяжеловато пока мне. Еще не совсем восстановился. Пока еще только восстанавливаюсь. Ну ничего, потихонечку. Потихонечку будем скоро составлять инфлюенс в нашем салаче. Вы все равно чувствуете, что адреналин появился уже ваш вот такой? Ну конечно. То есть, когда выходишь на сцену уже. Полным. То есть скоро будете в полном уже. Да, дышишь полной грудью. А Иракли вас поддерживает, он поисел на этим. Очень поддерживал, Алексей. Очень желаем спорешься с поклонением. Да? Он же, по-моему, ваш поклонник, самый главный в Инстаграме, да? Вы вам главный поклонник Алексея. Лайки ставите, не забывайте ему ставить. Он основной, да, поклонник Алексея. Я Иракли Инстаграм Алексея бы был не так насыщен лайками. Понятно. Александр, ну, тогда несколько слов вам. Вам как вот новый формат. И вы рады, что вернулся, можно сказать, практически уже полноценно возвращается Алексей Ловчев к вашему вот такому все-таки важно. Я так понимаю, шоу, но все-таки шоу такое дружка, все-таки есть элементы и соперничества такое, да, как бы вы, наверное, друг друга мотивируете. Друг друга мотивируем. Формат интересный. Что-то новое. Постоянно что-то меняется, меняются упражнения, что-то добавляется, что-то убирается. Мы готовы к дальнейшим изменениям и развитию. Но вам понравилось, вот близко зрители не мешали, вот то, что вот рядом зрители не нервничали, что вот рядом буквально зрители, буквально в каких-то там сантиметрах. Дополнительная мотивация, чтобы, не дай бог, ни на зрителей, ни уронить снаряд. Ну да, это на самом деле... Поэтому тут сконцентрируешься на снаряде и работаешь, соответственно, уже отключаешься. Как поддерживаете вы идею, кстати, ребят, вот идея вот клуба «Акселя», вот то, что будет такая идея, будет часто, ну, может быть, здесь будут какие-то встречи с интересными людьми, с ветеранами спорта, вот как вы эту идею, и, может быть, будут приходить сюда, надеюсь, дети, которые тоже будут общаться, в том числе и с вами, я так понимаю, как спортсменами. Ну, идея интересная, задумка хорошая, будем помогать ей развиваться, соответственно, расти в этом направлении. Готовы, да, к общению, вот такому прямому общению? Да, готовы, мы всегда открыты к общению, неважно, дети, взрослые, ветераны, мы всегда за. А чем больше детей будет, тем только лучше. Ну, дети – наше будущее, поэтому мы их надо. Мы сами как дети. С самого начала привлекать, да, воспитывать в правильном направлении, в правильном русле. Ну что, мне остается вам только пожелать на такой хорошей ноте, пожелать новых достижений Алексею, скорейшего восстановления окончательно уже. Ну и новых, может быть, там, рекордов именно в такой силовой атлетике, побитие рекордов столетней давности, как бы воссоздание таких древних, наших, ну, старинных традиций российской школы силачей. Спасибо. Удачи вам, до новых встреч. Еще добавлю. Ребята сегодня недооценили поначалу комплекс Сергея Александровича Еремина. Вот, Саша хочет о нем рассказать. Мне, к сожалению, с моей травмой не получилось его сделать. Но вот Александр сейчас вам поделится своими ощущениями от этого комплекса. Ну, немножко, да, Александр, расскажите, пожалуйста. Ну, комплекс интересный. Как бы много групп мышц задействовано, и получается, думаешь об одном количестве подъемов, получается гораздо меньше, хотя вес вроде не особо большой. Вес небольшой, они думали, а, сейчас легко мы сделаем. По факту все видели. Плечи заработали. Насколько это непростое упражнение. Оказалось сложнее, да? Но это будет теперь, я думаю, будете больше готовиться, лучше готовиться. Это мы будем включать уже в наши тренировки это упражнение, потому что интересно очень работать. Плечи, да, все работают целиком, объемно наливаются в конце уже. То есть комплекс интересный придумал Сергей Александрович такой, но нужный. Мы его на Новый год тестировали, Сергей Александрович. Угу. Сейчас
конечно. Нужный, нужный комплекс, на самом деле. Ну что, тогда давайте будем есть чему совершенствоваться. Отлично, поэтому новых творческих достижений, новых успехов. Спасибо большое вам.